Ну что, дорогие мои, как вы сегодня уже убедились и сами, среди наших артистов немало любителей спорта. Но вы еще не в курсе, что у аншлаговской команды есть и свой тренер. Причем очень и очень известный. Правда, любит он работать не один, а в паре. Впрочем, не будем забегать вперед. Давайте сначала поприветствуем нашего тренера. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. А ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. А ну-ка, дождик теплой влагой, ты умой нас огромной рукой. Напои нас всех отвагой, а не в меру горячих успокой. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов, когда настанет час бить врагов. От всех границ ты их отбивай. Левый край, правый край, не зевай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ты не холода, закаляйся, как сталь. Мы ветераны спорта. Много лет и Борька, и я, мы занимаемся спортом. Разными видами, Боря. Может быть. Спасибо, друзья. Тяжелая атлетика, легкая атлетика. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Переодевайтесь, ребята. Боря, Боря, переоденься и к нашему столу. И к столу. Спасибо.